Похитили! Похитили Власову! Похитили Власову! Власову арестовали! Похитили, не арестовали, незаконно похитили! Незаконно задержали! Похитили, похищение! Почему похитили-то люди? Почему похищаете людей-то? Ну как не стыдно? Похитили человека, организатора митинга, незаконно. Зачем? Не объясняя ничего. Вот Шевченко, зам по безопасности, вот организовывал это похищение. Зам по безопасности чего? Владимир Георгиевич, правильно я к вам обращаюсь? Объясните народу, почему незаконно похитили человека? Ну почему? Вы что по ей предъявите? Что вы предъявили? Схватили, ничего не объясняя. Ну, вы объясните, пожалуйста. Что ей нарушен порядок? Да, что нарушено? Статья 20.2, да. Часть 1 Административного кодекса Российской Федерации. Сейчас записываю. 20.2. 20.2. КОАП. КОАП России, да? Не московский. КОАП России. 20.2. Да. Конкретно, что она совершила противоправного, что попала под это? Под... Она совершила административное правонарушение. Так, ей опишите, были... какое деяние она совершила? Нарушила порядок. Так, порядок. Ну, конкретно, что она совершила? Подождите, мы ее напозарили сколько? Если вы один задаете вопрос, да, попросите... Что она в этом порядке нарушила? Она нарушила, да, порядок подачи уведомления. Подачу давления, так. Уведомление проведения публичного мероприятия. Так, она является организатором. Так, подача. Организатор, так, при организации публичного мероприятия подает уведомление в органы местного самоуправления. Так. После чего получает письменное разрешение, так, о согласовании, либо о переносе места проведения, так, мероприятия. Ей было мероприятие по предоставленным ей документам согласовано в ином месте. В ином месте? Да. А каком в ином? На хоккейной площадке. Так оно и проведено. Ну, однако, не позднее, чем за 3 дня, она обязана письменно уведомить органы исполнительной власти о принятии либо непринятии решения. Это первое нарушение 54-го федерального закона. Второе. Она обязана организатор... в течение 3 дня? Не позднее, чем за 3 дня. Второе. Чего? А почему этого человека задерживают? Валюшек, а почему этого... Отстань! А что он совершил? Отстань! Что он совершил?